Добрый день! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Чтобы не протекала, выдерживала различные климатические условия и, конечно же, была красивой. Это основные требования крыши. Сегодня мы расскажем вам о гибкой кровле «Шинглас». Жилой комплекс «Азовский». Здесь компания «Стройгарант Анапа» при строительстве коттеджей использует для покрытия крыши гибкую черепицу компании «Технониколь». Это уникальный продукт, уникальный материал. В первую очередь, когда на кровлю уложен этот продукт, она обладает шумоизоляционными свойствами. То есть вы можете быть уверены в том, что под этой кровлей вам не страшен ни град, ни дождь, вам будет тихо, надежно и уютно. Ее ценят за универсальность, функциональность, практичность и красоту. Новейшие разработки, лучшее сырье и бесценный опыт экспертов воплощены в этой кровле, которая с честью выдерживает климатические испытания. Она не корродирует, то есть это продукт, который при воздействии влаги не вызывает, то есть не происходит никакой коррозии, никаких последствий. А также гибкая черепица обладает пожаробезопасными свойствами. То есть та посыпка, которая нанесена на битумную черепицу «Технониколь» — это чистый базальт. А чистый базальт — это горная порода, которая не горит и не подвержена горению и распространению пламени. Вся черепица, битумная черепица «Технониколь» делится на две части. Это однослойная черепица и это многослойная черепица, или по-другому архитектурная черепица. Она бывает двуслойная и трехслойная. Конкретно на данном объекте долго владельцы выбирали, да, то есть и долго мы обсуждали и действительно выбрали оптимальное решение для покрытия, для кровельного покрытия. И это многослойная черепица. Коллекция Ранчо, напомню здесь, что такое многослойная черепица. Это когда, ну вот здесь в данном случае я ее прямо открою, чтобы мы с вами видели. Это когда гонтур дополнительно закреплен. Вот это гонт. И вот здесь гонт, мы видим, он однослойный гонт, да, то есть вот он. И для того, чтобы вот эти лепестки хорошо держались и приклеивались, с нижней стороны приклеена так называемая, это автоматически происходит приклейка на заводе полосы ламинации. Полоса ламинации склеивает, то есть обеспечивает идеальную склейку лепестков с нижним основанием, обеспечивает ветроустойчивость продукции на очень высоком уровне, так как поднять гонт уже гораздо, ну, поднять вот эту нижнюю часть будет гораздо сложнее. Распределяет нагрузку и, естественно, увеличивает, улучшает 3D-эффект. Черепица «Шинглас» — это 100% комфорт и безопасность вашего коттеджа. Гарантия от производителя — целых 30 лет. Эта гарантия говорит о том, что в течение срока гарантии мы, как компания «Технониколь», возместит финансовые затраты в случае некачественного продукта, в случае какой-то ошибки при производстве материала. В частности, компенсируется и демонтаж, и монтаж. Наш заказчик абсолютно полностью здесь застрахован и имеет полную гарантию на свою кровлю, финансовую ответственность от производителя. Это очень здорово. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу рассказать вам о укладке гибкой черепицы «Технониколь Шинглас», которую вы видите на данном объекте. Укладка происходит довольно-таки легко. Монтажники высококвалифицированы. Изначально укладывается на стропильную систему сплошное деревянное основание из плит ОСП-3 повышенной влагостойкости. Далее укладывается подкладочный ковер, самоклеящийся на карнизы и виндовы, и ковер с механической фиксацией по всей остальной крыше. А также производится монтаж металлических планок на карнизах, торцевых элементах и примыканиях. И непосредственно укладывается сама гибкая черепица. В данном случае это многослойная черепица «Ранчо», которая будет являться финишным покрытием. Она создает гидроизоляционное покрытие и выполняет, украшает своим видом внешний вид здания. Имеет очень высокие эстетичные свойства и 3D-рисунок.
Здесь вы можете видеть подкладочный ковер Underwrap Next Self. Это самоклеящийся ковер. Если мы удаляем вот эту пленочку, то можем его легко приклеить к нашему деревянному основанию. У него очень высокая клейкость и высокие свойства гидроизоляционные. Дальше монтируется гибкая черепица Shingles, многослойная черепица, при помощи специальных кровельных гвоздей с широкой шляпкой для того, чтобы качественно зафиксировать черепицу на кровле, чтобы ее не сорвало ветром. Черепица монтируется снизу вверх, вы можете увидеть это на крыше, начиная от карниза и до конька. Полностью покрываем все скаты и при помощи коньково-карнизной черепицы мы закрываем коньки и ребра. Гибкая черепица Technonicole Shingles является одним из самых надежных покрытий для кровли. При правильном монтаже вы не увидите ни единого гвоздя, который будет открыт. Все гвоздики закрыты вышележащими слоями. Крыша полностью на 100% гидроизолирующих создает слой. И при этом имеет высокую ветроустойчивость. Сильные ураганные ветра и дожди косые с ветром этой крыши не страшны, так как система подкладочный ковер и три слоя гибкой черепицы в среднем создает очень надежную защиту. Можете не переживать, ваш дом всегда будет сохранен от осадков, вы будете жить комфортно, бесшумно и радоваться в этих домах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если есть вопросы по строительству домов, задавайте их в комментариях, мы обязательно ответим на них. Следите за новостями компании в социальных сетях. Впереди еще много интересного. До новых встреч!